Привет! Это мое первое видео, в котором бы я хотела поделиться результатами работы Давида, которые он провел с моим ребенком. Начну по порядку. Моему ребенку 2 года и 7 месяцев. На данный момент он фактически не разговаривает. Мы наблюдаемся у невролога. Диагноз нам ставят задержку речевого развития, минимальную мозговую дисфункцию. Как таковое об аутизме речи, конечно, не идет, но некоторые моменты тревожные для меня есть, над которыми мы с Давидом сейчас непосредственно работаем. О Давиде я узнала из интернета, случайно наткнулась на видеоролик мамы Виктора, которая делилась очень интересными изменениями, которые произошли с ее ребенком после общения и сеансов с Давидом. Изменения такие у нас тоже имеются, о которых я сейчас хотела бы рассказать. Немножечко себе зафиксировала, буду читать. Во-первых, мой ребенок стал значительно спокойнее, нежели он был. Он наиболее стал спокойно заниматься с логопедом, с которым мы занимаемся отдельно. У моего ребенка стало намного больше ролевых игр. Также совершенствуются культурно-гигиенические навыки. Мой ребенок стал кушать без мультфильмов, без какого-либо музыкального сопровождения. Мой ребенок также больше стал идти на контакт с другими детками, стал включаться в игры, больше стал и лучше стал реагировать на имя. Фактически с первого раза подходит, когда его зовут для там, чего-либо. Стал больше на слух выполнять некоторые действия на моих, допустим, занятиях, которые мы с ним вместе занимаемся. Он стал показывать и убирать животных, птиц, овощи, фрукты. Стал дифференцировать по цветам очень много. Также он стал очень ласковый, он обнимает, он подходит, он целует нас с отцом, берет часто за руку, когда мы гуляем на улице. Он прыгает, осваивает самокат и очень-очень много других моментов, которые не могут нас с папой не радовать. Выражаем большую благодарность Давиду и надеемся на дальнейшее сотрудничество.